Друзья, послушайте новую композицию «К Рождеству Христову» на стихи, найденные в интернете, Константина Фофанова стихи. Композиция называется «Ищите звезды, не погасли». Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Ищите звезды, не погасли, еще заря сияет там. Что зарило миру ясли новорожденного Христа? Тогда ведомой звездою, чуждаясь робота молвы, благоговейную толпою, благоговейную толпою к Христу стекалися волхвы. Пришли с далекого востока, неся дары с восторгом грез. И был от Иродова ока спасен властительный Христос. Пришли с далекого востока, неся дары с восторгом грез. И был от Иродова ока, и был от Иродова ока спасен властительный Христос. Прошли века, и он распятый, и все по-прежнему живой. Идет, как истинный глашатай, по нашей пажити мирской. Прошли века, и он распятый, но все по-прежнему живой. Идет, как истинный глашатай, по нашей пажити мирской. Идет по-прежнему обильный святыми правдой и добром, и не поборет Ирод сильный его предательским мечом, и не поборет Ирод сильный его предательским мечом. Ищите звезды, не погасли, еще заря сияет там, что зари. Ясли новорожденного Христа, что озарило миру ясли новорожденного Христа. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Музыкальная композиция «К Рождеству Христову». «Еще те звезды не погасли». Стихи Константина Фофанова. Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия».